Показываем активно стопу. Голеностоп. И выжимаем лимфу мощным потоком под действием гравитации вниз. Далее раскручиваем пяточку. Всю стопу. Расплющиваем ее как следует. В эту сторону и в эту сторону. Разминаем пальчики до характерного хруста. А, как я люблю на этих клавишках играть. Так, не сопротивляйся, иначе будет только больнее. Палец нормальный, здоровый? Деловой. Пощелкаем как следует. Подправим вальгус в обратную сторону. И избавим от плоскостопия. Расслабляй, расслабляй, расслабляй. Мышцы должны быть полностью расслаблены. Вот коленку поставили и голеностоп. Отлично, с вами был великолепный мастер Олег Алавгудвин.